Пахомка, мы убрали ей вот эти вот тоннели, потому что она забирается в тоннели и там еды туда натаскивает, кушает, какает, писает, воняет, в общем, там в тоннелях. Поэтому мы решили их снять, и не выходит. А вот здесь она выходит. Убрали тоннели, поставили домик ей. Вот постелила я кусочек газетки. Ну, потому что она пока боится и сидит под колесом. А вот это ну, чтоб куда ей поставим? Поставим, поставим, давай повесим. Я потом поставлю. Вот, я чихнула, а Сонька испугалась и вот залезла опять под колесо. Но я ей туда положила кусочек морковки, еще кое-что из корма. И вот там домик. Она спать хочет. Она же ночной житель. Она хочет спать днем. Днем она спит, а ночью она гуляет. Ну, пока вот так. Где ты есть, Соня? Соня, понял.